Ну, в первой игре играли 57 минут, как сказал тренер, главный в интервью. То есть 3 минуты не дотерпели, поэтому такой результат. А сегодня все молодцы, 60 минут отыграли, поэтому такой результат. Можно 5. Сказать, что это заслуга тренера именно? Что так? Ну, да, я думаю, изменения в тренировочном процессе. То есть ребята начали бежать, функционал начали поднимать. То есть, да. Да, поздравляю всех болельщиков с победой. И едем на выезд. Следите за нами, будем радовать вас, стараться.